История «Титаника» интриговала многих на протяжении многих лет, и у тех, кто больше всего очарован, вскоре может появиться возможность испытать чудо одного из самых роскошных круизных лайнеров в мире. К 2022 году новый корабль, созданный по образцу «Титаника», сможет отправиться в плавание на 2400 пассажиров благодаря австралийскому бизнесмену Клайву Палмеру, который выложил на проект $500 миллионов. «Титаник» и, хотя и оснащен технологиями навигации и безопасности 21-го века, будет точной копией оригинального судна. Корабль будет плыть по тому же маршруту, что и его затонувший предшественник, и Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк, что составляет около 8 часов пути, если вы путешествуете на самолете.